фирмы Ceramic Speed, которая выпустила абсолютно новый тип трансмиссии. Здесь в реальности показан реально работающий прототип. Помимо инновационной системы переключения передач, Ceramic Speed — фирма, которая занимается исключительно трансмиссией. В данном случае у нас представлены лапки и огромные ролики для того, чтобы снизить сопротивление при кручении системы даже на МТБ-велосипедах. То есть в данном случае вот перед нами SRAM X0 с установленной длинной лапкой Ceramic Speed с огромным задним роликом, ну, с парой огромных роликов. И всю эту систему за счет того, что эти ролики просто гигантские, но не то, что легко крутить, ты просто не чувствуешь никакого сопротивления. Все это призвано повысить точность переключения, увеличить долговечность конструкции за счет огромных размеров этих роликов, ну и главное — снизить сопротивление при кручении. То есть, ну я не знаю, ну вот достаточно чуть-чуть нажать, и система крутится. Помимо всего прочего, Ceramic Speed выпускает свои каретки с керамическими подшипниками. Еще они делают свою смазку, которая тоже позволяет снизить трение до минимума. Свои каретки, свои ролики для МТБ и ролики для шоссе.